Ставь лайк за 3 секунды, если ты любишь кушать мороженое. Считаю. Раз, два, три. Привет, ребята! Меня зовут Алексис, и мы сегодня поиграем с вами в игрушку Monster Draft. Ребят, это уже, по-моему, третья часть, но почему я решил в нее поиграть? Да потому что я пооткрывал всех монстров, которые здесь есть, и я хочу их всех вам показать. Также у нас здесь очень много различных вот таких вот персонажиков добавили, и мы тоже поиграем практически за всех, ребятки. Ну что ж, давайте тогда, в принципе, выберем вот этого вот паренька, он стоит денежек, и начинаем. Погнали! Ребята, обязательно ставьте лайкосик, кто еще не поставил, и подписывайтесь на мой канал. Ребята, у нас вот такой вот есть прикольный Халк. Кстати, вот я ему кепочку вот такую вот прикольненькую открыл. Так, нам нужна Годзилла, но пока что нам Годзилла не нужна. Давайте-ка лучше мы соберем вот эти вот ключики. Здесь я возьму Тедди, отлично. И у нас будет сейчас прокачанный Халк. Ребята, я хочу вам сказать, что мы с вами собрали очень крутую команду, и мы сейчас постараемся накостылять наших противников. Окей-ушки. Так. Давайте Халка мы бросаем на центр. Он у нас самый крутой. Этого мы бросаем сюда, этого бросаем сюда. В принципе, во всех троих, ребятки, левлах мы с вами одержали победу. Единственное, что после уровня у нас вот такие вот приколюхи есть, да, ребят? Я тут как бы особо ничего не делал. Смотрите, то есть мы берем карту, затем мы их продаем. Затем мы зарабатываем деньги, и потом за эти деньги мы что-то можем себе покупать. Это у нас колесо фортуны какое-то. Ну, короче, еще нужно разбираться, что там интересненького добавили, но я там особо не разбираюсь. Ладно, давайте-ка выберем Тора. Ребят, мы будем с вами выбирать всех разных персонажей. То есть, если мы, в принципе, вот выбирали, да, Халка, значит, в следующий раз будем выбирать что-то другое. Но здесь, понятное дело, нам нужно выбрать Халка, потому что если бы мы выбрали того пацанчика мелкого, то мы бы там вообще могли бы проиграть. Так, давайте-ка льва этого выберем, отлично. И выберем снова Тора. Тор у нас будет, ребятки, второго уровня. Он будет вот такой вот золотистый. Золотистый паренек, и где нам нужно будет сразиться с боссом. О, ничего себе, босс Кинг-Конг. Хорошо, бросаем Тора. Бросаем самых жирных бойцов. И да, трое против одного. Конечно же, мы с вами одержали выигрыш. Так, окей, у нас есть денежки, показывает, что ноль, в принципе. Также, ребятки, можно здесь выполнить какие-то миссии и заработать дополнительные кристаллики. Ой-ой-ой, а это что у нас за чудо-женщина такая? She-Beast. О, еще новый паренек, ребятки, новый паренек, я хочу его выбрать. Смотрите, какой тоже прикольный Халк. Это уже новые бойцы, ребят. Так, эту женщину мы выбирали, поэтому давайте-ка мы выберем Франкенштейна. Отлично, сейчас мы еще прокачаем нашего, ребятушки, Халка. И это просто нереально пушечная команда. Да, вообще круто. Ребятки, обязательно подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписался. Как вы заметили, у меня на канале выходит небольшой разнобой. Мы с вами, ребятушки, снимаем снова 8 игр. Многие просили: Алексис, верни формат 8 игр. Ну так вот, я, ребятки, возвращаю формат 8 игр на канал. Я буду через день снимать раз эволюцию, раз 8 игр. Если вам это нравится, ставьте лайки, напишите в комментариях, ну, либо поставьте плюсик, что типа вы согласны с таким вот решением. И я и дальше буду, в принципе, вот так вот снимать, ребятки. Так, что мы здесь выберем? Давайте-ка выберем Хаги. Ваги. Ой, ребятки, извините, я сегодня что-то плохо спал, поэтому зеваю. Так, дальше у нас тут есть Годзилла. Либо же птенчик. Ну, давайте-ка мы выберем, наверное, Годзиллу, пускай будет. Потому что, как ни крути, нам же, ребятки, нужно сейчас выиграть в этих вот, ну, хотя бы в двоих сражениях. Да. Допускается один проигрыш. Так, ну окей. Бросаем тебя сюда и тебя сюда. В принципе, во всех троих, ребятки, сражениях мы с вами выиграли. Я очень сильно надеюсь, что эта игра рано или поздно обновится. Так. А если мы сюда карты поставим? Ой, стоп, ребят, тут можно еще что-то делать. Смотрите, мы продаем карты, да. Смотрите, мы можем брать эти вот блоки. Слаживаем их вот сюда вот. И что тут у нас? А, у нас появляются карты, ребята. Можно еще сюда вот поставить. Да, смотрите, и сюда, и сюда. А потом эти карты можно просто продать. Ребят, смотрите. Скидываем. Отлично. Вот наши деньги. 3 монетки. Тут это кто? А, этих тоже мы можем продавать, да? А ну, может, они больше стоят? Ребят, смотрим. О, а эти-то больше стоят. Прикольно.
Прикольненько, очень прикольненько. И карты можно продавать, и тех штук можно продавать. Но единственное, что печально то, что мы так мало, ребятки, с вами можем за раз взять, вот. И карт, и вот этих вот, да, пацанчиков. Только троих, ребят, только троих персонажей. Но я уже хочу что-то купить, ребят. Я уже хочу что-то купить, поэтому вот продаем еще вот этого вот пацанчика. Так, отлично. Давай. И мы сейчас с вами, ребятушки, что-то приобретем. Вот, допустим, вот эту штуку покупаем. Опа, опа, новые карты сейчас у нас будут. Короче, вот такое, ребятки, было добавление. Давайте мы, наверное, поменяем характер. Давайте выберем вот этого вот пацанчика. Он, знаете, кого мне напоминает? Джона Уика. Ставь лайк, если ты смотрел этот фильм. Джон Уик. Очень прикольный фильм. Вот, можно сказать, относительно недавно вышла 4-я часть. Просто крутой фильмец. Я, ребятки, на данный момент его еще не посмотрел, но я видел трейлер, да, я видел трейлер, и я понял, что фильмец реально зачетный, поэтому я думаю, что скоро я его посмотрю. Так, скелета выбираем, ребят, как я и говорил, что мы будем выбирать тех бойцов, за которых мы еще не играли. Так, у нас, значит, будет обезьяна прокачанная, и у нас будет прокачан наш Халк. Отлично, вот единственное слабенький здесь скелет. Возможно, в одном из уровней мы проиграем. Давайте тебя сюда. Мы бросим тебя сюда и сюда. Да, ребят, в одном из уровней мы проиграли, к сожалению. Тедди побеждает нашего скелета. Мы, конечно, могли выбрать всех пареньков, которые могли бы выбрать. Но так тоже нормально. Так, ребят, посмотрите. Мы выбили с вами парнишу. И у него, получается, появились рога. Угу. Если он здесь будет, я обязательно его выберу. А пока берем клона. Мистер Клоун. Прикольно. Дальше собираем ключи. У нас уже здесь достаточно много ключей. Ребят, вот, вот этот паренек. Это у него рога. Вот смотрите, видите, прикольный, да? Прикольный парниша. Так, выбираем тебя. И еще, ребятки, выбираем... Ну, еще раз мистер клона. Выбираем, ребят, я надеюсь, что хотя бы сейчас в двух уровнях мы с вами тоже выиграем. Ребятушки, если вы досмотрели до этого момента, еще не поставили лайк, в самое время влепить лайкосик. Угу. Так, ты сюда, ты сюда, ты сюда. Ну вот, в принципе, как-то так. В одном раунде мы проиграли, в двух раундах мы выиграли, и это, ребятки, зачет. То есть, главное выиграть в одном раунде. Так, ну что, давайте поменяем характера. Мы сыграли с вами, получается, за парня, за парня. Давайте-ка выберем Харли Квин. И поиграем за нее. Ура! И сейчас выбираем Человека-паука. Отлично. Green Beast, либо Тор. Ну, давайте Green Beast. Я за него, в принципе, уже играл из-за того, из-за другого. О, Волк, ребятки, это новый парниша. И я хочу вам сказать, что мы собрали очень крутую команду. Просто нереально крутую. И мы сейчас сразим этого пирата. Я думаю, во всех троих раундах мы одержим победу. Так, ты иди сюда, ты сюда, ты сюда. Без проблем, 79 уровень пройден. Ребятки, без каких-либо проблем. И я еще, знаете, что хочу, ребятки? Я хочу еще пройти 80 уровень, как бы закрепить результат. Закрепляем, ребятушки, результат вот этим вот уровнем 80-м. Так, Годзилла, есть. Дальше. Оборотень. Есть. Дальше. Кто? Дальше. Давайте еще Годзиллу выберем, ребятки. Выбираем еще Годзиллу. Есть. Прокачанная Годзилла. Желтая Годзилла. Очень сильная Годзилла. И выбираем... выбираем Хаги-Ваги. И против кого мы будем сражаться? Конечно же, мне кажется, что мы их всех, ребятушки, одолеем. Ну что ж, в принципе, ребятки, свой видосик я на этом буду заканчивать. Кому он понравился, обязательно подписывайтесь на мой канал. С вами был я, Алексис. Всем удачки и пока!